На внеочередном торжественном заседании Думы Владивостока в стенах городской администрации принес присягу новый глава краевой столицы Константин Шестаков. Простая, понятная работа, которую ждет каждый житель города Владивостока. Это работа по наведению чистоты, по работе общественного транспорта, по контролю за работой управляющих компаний. Все то, что мы должны делать каждый день. Губернатор Приморского края напутствовал нового главу города и выразил надежду на перемены к лучшему. Но я уверен, что Владивосток вступает в новую эпоху своего развития. Тот пятилетний период, который сегодня депутатами дан главе города. Константин Шестаков уже начал работу на благо города в тесном сотрудничестве с краевой администрацией и Думой города Владивостока. Что касается взаимодействия с администрацией города Владивостока в лице ранее исполняющего сегодня главы, я могу сказать, что уже сегодня вырабатываются новые методы, подходы по взаимодействию. Это очень важно. Так уже был внедрен новый формат взаимодействия Думы и городской администрации. Присутствие депутатов в расширенном составе на аппаратных совещаниях, что дает положительный результат, так как позволяет депутатам оперативно получать информацию. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.